Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать! Всем доброе-доброе утро! Всем хорошего начала дня, позитива и настроения! У меня здесь вот такое вот утро. Я жарю блинчики, развела целую бадью, так что я тут зависла надолго и, в общем-то, буду своих радовать блинами, потому что, мне кажется, ну кто не любит блины? Я просто даже не знаю. Ну, наверное, есть такие, но их очень-очень мало. Поэтому вот у меня так что такое вот утро блинчики. Пока дети занимаются, кто где, кто у репетитора одного, кто в другом месте занимается. Я, в общем, готовлю блинчики, и они придут и будут потом радоваться, что блины готовы. Себе сейчас налью кофейку, позавтракаю с блинчиками, выпью витаминок и вот так начну свой день. Доброе утро. Вмешаюсь в этот процесс маленько. Муж себе готовит яичницу. Это было что-то с чем-то, этот жест. Это не все еще. А, да, это вот так делается? Понятно. Ух ты! Вот это шеф-повар у нас сегодня. Ой, я не могу, а, Максим, не смеши меня, пожалуйста. Давай еще человечка тут это или рожицу выложим. Так, ну что, я уже позавтракала отдельно. А кто-то встал очень поздно. В общем, я иду сегодня на маникюр. В общем, каждый у нас сегодня завтракал по отдельности, кто чем хотел. В общем, будет какой-то новый... Слушайте, у меня маникюр цвет колбасы. Прямо вообще под этим освещением. Я яичницу не хотела и не это. В общем, я попила, варила кофе. Вот остывает гейзерная кофеварка. В общем, попила кофе просто и все. А Максим сегодня готовит себе завтрак сам. Вот так вот. Сыр еще нарезает. Что там? О, батюшки мои. Вот так вот. Я говорю, что-то крышка маловато. Нет той сковородки. Но ему все равно, собственно говоря. Вот так вот готовит мужчина. Плавно все что-то добавляется. Добавляется хлебушком голова. Такая красота получилась. Всем приятного аппетита. Ну, я уже дома. Побывала на родительском собрании. Все, слава богу, хорошо. В общем-то, позитивно. Давно-давно мы, конечно, не встречались. Я уже даже не помню, когда был последний раз. Было последний раз собрание, не знаю. Перед собранием я еще успела заскочить в магазин. Покажу, купила я новый интересный кофе, который я не пробовала еще. Купила чай очень интересный, вкусный, классный, который вам, конечно же, рекомендую. Ну и еще так покупочки. Илья уже там быстренько сидит, кушает. И что-то уже у меня там прихватил. Я была в казачьем рынке. И там купила какие-то типа хачапури с сыром, да? Что, вкусно? Уже лопает. Так что, ну что, давайте будем смотреть покупки. В общем, все нормально, замерзло, мороз усиливается, прям и ветер, и мороз. В общем, зима не отступает. Холодно. Искала место припарковаться. Обычно, когда уже поздно возвращаешься, ну, как-то никогда нет места припарковаться в квартале. Еду такая, думаю, обязательно будет местечко, потому что если где-то парковаться далеко, у меня пакеты тяжелые, нести, холодно. Сразу такой, знаете, настрой дала, что так, я сейчас поеду, и обязательно будет место. Ну, что вы думаете? Еду, и оп, место. Я такая, о, класс! Аффирмации работают, поэтому обязательно находите для себя какие-то аффирмации. Особенно дня можно на заставку, кстати, телефона ставить, и это тоже все очень позитивно отражается в вашей жизни. Что, давайте начнем с кофе. Посоветовали мне вот такое кофе Жардин. Кто покупал, кто нет. Сказали, что очень вкусный. Буду его варить в гейзерной кофеварке. Ну, посмотрю, как вообще, кто пробовал. А вот этот вот прям очень мне рекомендовали. Ирландский ликер. Он бывает, оказывается, без кофеина, я увидела.
Но сказали, что без кофеина он больше по вкусу, конечно, похож на цикорий. А я такой вкус цикория, ну, как-то не люблю, поэтому выбрала вот такой. Еще бывают там разные разновидности. Снова купила вот этой вот фирмы. Очень вкусный чай. И на этот раз такой вот еще не покупала. Здесь получается малина со сливками. Крупнолистовой черный, ароматизированный с добавками чай. Вот такой вот состав. Что там? Цедра шиповника, вишни, лепестки розы, малина. А вот такой манго-маракуйя микс у нас уже был. Очень вкусный, очень классный. Прям вообще супер рекомендую. Есть еще и зеленый в этой разновидности, но я зеленый не стала покупать. А потом там вот такие вот хачапури с сыром купила. Потом зашла еще в Пятерку, купила огурчики свежие, такой вот сыр недорогой колбасный, Хайнц томатный кетчуп большой взяла, что это такое, в общем-то, прилипло, Global Village горчицу французскую взяла, потом яблоки. Такие Royal Gala, не знаю, красные яблоки. Потом махеев с перепелиным яйцом. Взяла какую-то сельдь, кусочки офицерскую, пресервы. Селедочки захотелось. Взяла две упаковки. Это у нас получается сыр Гауда. Так, и взяла еще голень куриную, здоровая ферма. Вот, домофон звонит, мама пришла. Так что вот такие вот покупки. В общем, буду тестировать, пробовать завтра уже, конечно, новый кофе. А может быть, вот этот вот сварю с утреца, смотря как временем. Я записана на маникюр, уже все отросло. Нужно сделать новый маникюрчик. На этой еще руке как-то более-менее, на другой что-то похуже. С ногтями ногти длинные, все равно правая рука более рабочая, и, конечно же, ногти цепляются. Так что пойду на новый маникюр. Ну, вот такой вот у меня новенький маникюрчик. С такими вот цветами 5D. Что-то захотелось такую гамму. Мне кажется, у меня такой гаммы не было. На другой руке тоже на этом же пальчике такие вот цветочки. У меня сегодня полив орхидей миничек. Использую сегодня вот такое вот удобрение от фирмы Forte для орхидей. Из серии 2 для здоровья. Цвести никто ничего тут не планирует. И, в общем-то, значит, будем укреплять иммунитет вот этими микроэлементами и гуматами. Ну, в общем-то, как-то так. Вот уже вторая партия пошла по 3 горшочка. Поэтому вот там еще один остался. И останутся большие орхидеи. Ну, не знаю, скорее всего, большие будут завтра у меня. Как-то, знаете, рекомендуют все-таки в первой половине дня орхидеи погружать. Шанька голодненькая бежит. Думаю, что тут не знаю, что вкусное. Илюшка там все накладывает. Вот. И поэтому у нас солнечно сегодня. Видите, как солнечно. Видно? И, в общем, первая половина дня, потому что я решила покаяться сегодня. Ну что, мы не теряем надежду. Мы сегодня в другом торговом центре и опять заказали японскую кухню. И вот здесь как раз-таки, знаете, знакомая посуда. Но здесь морепродукты есть. Кстати, не то, что в прошлый раз, когда были пустые тарелки, а Максим заказал какой-то с говядиной суп. Да, я какой-то салат. У меня тарелка в два раза больше. Лимончик, это я так не поняла, это кому? Это к салату, да? И еще вот такие вот, значит, соусы. Для того... Что-то пророщенные семена. Видишь, как все полезно. Людей много. Приятного аппетита. Людей много. Битком. Фудкорт.
и торговый центр. Я прошу вернуться по магазинам. Я пока ничего не увидела интересного и полезного. Ничего не выбрала, ничего не купила. Но аппетит зато нагуляла. И поэтому мы пришли и заказали, как это называется, вот где вот это вот, где вот шляпа. Вот там. Ну что, буду кушать. Самое главное, что в этот раз есть морепродукты. В отличие от того раза, помните, когда я вам снимала, вы мне говорите, а вообще где они? Там тарелка там пустая была, я там в том яме и просто ложкой туда-сюда двигала, и что-то как-то там, кроме перца и вот этого эффекта, больше ничего там и не было интересного в этом супе. А здесь что-то есть в этом салате. Жидкости еще решил по курничку пройтись и купил вот такой вот сок манго. Я в прошлый раз вам другие показывала. Продают их баночку такую, 80 рублей продают. Этот раз манго. Тут раз были совсем другие. В общем, этот раз манго. Собственно говоря, не удался. Ничего я там не выбрала, в общем-то, из того, что мерила. В общем, в раздумьях этой моды, которую я сегодня наблюдала в магазинах. Ну, в общем, я ничего не выбрала, но зато мы были в Магните, тут столько всего купили. Сейчас вам покажу интересную соль для посудомойки. Такие небольшие коробочки, а там написано, что это килограмм. Интересно, потому что обычно вот такие большущие коробки с солью, и то там 900 грамм, бывает так, чуть-чуть пошире коробка, 1,5 килограмма. А тут такие маленькие килограммовые, но очень интересно. Сейчас увидите. Кофе интересное, кстати, новое увидела. Может быть, вы его видели, я такого нет. Первый раз. В общем, давайте уже смотреть, что там. Значит, были в Магните в семейном. Вот и там, в общем, оторвалась в Континенте. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас покажу. Ну что, вот такая вот гранулированная соль. Взяла 2 упаковки. Значит, для всех типов посудомоечных машин, что они еще по типам бывают разные, интересно. Вот, не знаю про тип посудомоечных машин, знаю просто, они разного объема, большие, маленькие, как бы там на количество разное комплектов посуды, шире, уже, то есть вот как бы вот шире, уже. А что, типы еще, в общем-то, первый раз, не знаю. Так. Значит, рис круглозерный, потом хлебец черногорский, яблоки вот такие вот красные. Слушайте, вот до этого в этой пятерке покупала. Это совсем другие какие-то. Так, дальше упаковку большую, 30 яиц. Так, это сумка. Так, вот, вот такой вот кофе. Картнор. Элегант, балансированный вкус, деликатная обжарка. Такая вот интересная. Интересно, посмотрим. Так, Максим взял какие-то баранки. Потом еще тут три упаковки гречки. Так, пакет тут также такие штучки. Потом купила вкусный день, десертики. Такие вот отороженные. Конфеты Глейс вот, с шоколадным вкусом. Какая-то колбаска сервелат австрийский. Там еще пряники. Моя цена заварные со вкусом топленого молока. Так, и еще баранки ситновский наш. Так, салфетки кончились. Молоко перловку, батон, еще такую колбаску, значит, фирменную, ориантовскую, масло подсолнечное, злато, значит, чудо-йогурт, густой клубника, киви, мое любимое что-то такое, деревенская сырокопченую колбаску и эти апельсины. Ну, в общем, что-то весь стол завалило. Сейчас я буду это разбирать, что куда. А вот, в общем-то, запасики, как говорится, запасики, смеюсь. Ну да, купила уже все есть, не, за этим не носиться, тоже это очень удобно. И Максим все-таки все это мне нес, 2 пакета, и только вот яйца несла, и
общем-то. А мне еще смеяться, машину пришлось подальше поставить, потому что битком все здесь, уже поздно же приехали. Мне говорят, не подрезай мне дорогу. Я говорю, с двумя пакетами, да, я говорю, я-то с яйцами. Ну, в общем, все. Все вам показала. Так что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.